Доброго времени суток! Я Таня Михайлова, и это Технокухня. Сегодня мы с вами продегустируем... Сегодня мы с вами продегустируем блюдо от шеф-повара компании Gainward, видеокарта GeForce GTX 460 Golden Sample. Просто улет. Довольно скудный набор ингредиентов. Довольно скудный набор ингредиентов. Однако, посмотрим, что же они из себя представляют. Переходник питания. Диск с драйверами и фирменными утилитами. Учебник для начинающих. Сама видеокарта. Ну и, конечно же, самый важный ингредиент – 25% скидка в какой-то там магазин. Заливаем водой крышку. Суп готов. Набор ингредиентов довольно скудный, но суп обещает быть наваристым. Посмотрим. Итак, диск с драйверами и фирменными утилитами. Переходник питания. Учебник для начинающих. Видеокарта. Ну и, конечно же, самый важный ингредиент – соль этого проекта. 25% скидка на какое-то там программное обеспечение. Да кому она нужна? Заливаем водой, крышкой, медленный огонь, и суп готов. Круто. Ну что ж, проверим готовность нашего супчика. А готовность определяется по таким параметрам, как легкое отделение. Ну что же, проверим готовность нашего супчика. Готовность видеокарты определяется легким отделением кожурки от корпуса видеокарты. Сними, пожалуйста, пока. Ты могла... А потом как... Так, а повернись на меня. Повернись на меня. Ты вот маленько вых... А, ну ладно. Да, все. Ну, что тут... Все. Подожди, я попробую. Все, начинаем? Да, играйся. А также уменьшить разрешение экрана до 1680 на 1050 пикселей. Даже разгон не помог. Так, в игре Crysis, или Crysis, Crysis. Crysis, наверное, по-русски скажем. Ну, она пишется через Y, Crysis. Ну, по-русски это Crysis. С игрой метро 2033 возникли проблемы. Для того, чтобы не опускаться слишком часто ниже 24 кадров в секунду, нам пришлось изменить настройки с максимальных на высокие, а также уменьшить размер экрана. О, блядь. Противогаз отдельный. А то сдохнешь сейчас, блядь. С игрой метро 2033 возникли проблемы. Для того, чтобы не опускаться часто ниже 24 кадров в секунду, нам пришлось уменьшить настройки с... А также уменьшить разрешение экрана до 1680 на 1050 пикселей. Даже разгон не помог. Ну ничего. Ты его как-то заглушил. Ну все, дальше что? Здесь просто картинка была красивая. Дальше что? Дальше играть в последний чекпоинт. В игру Crysis поиграть с Full HD разрешением можно, но без сглаживания. Продукт от Gainward весьма вкусный. Его особенно оценят гурманы с разрешением экрана ниже, чем Full HD. Спасибо, что были с нами.
Но мы продолжим дегустацию продукта. До новых встреч. Пока-пока. Гадость.